Всем привет, ребята! Уже прошло очень много времени, а именно год назад компания Asus представила первобытный флагманский смартфон, а именно Zenfone 6. Как мы знаем, до сих пор компания не спешила продолжить данную линейку. На данный момент в сети с каждым днем появляется все больше и больше информации, что скоро мы увидим Zenfone 7. И вот сегодня компания Asus наконец-то все же сделала важный анонс относительно долгожданного флагмана. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! На официальном YouTube-канале Asus уже прошел анонс презентации Zenfone 7. Долгожданный смартфон мы увидим 26 августа. Из-за коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-формате, чтобы обезопасить фанатов и журналистов. Если мы посмотрим на тизер, то мы увидим, что компания намерена показать сразу несколько моделей. Обычный Zenfone 7 и продвинутый Zenfone 7 Pro. Сердцем Zenfone 7 выступает мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 865. А вот продвинутый Zenfone 7 Pro получит более мощный Snapdragon 865 с плюсом. Есть информация, что оба устройства получат экран на 6,7 дюймов, до 16 гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт постоянной памяти. А вот аккумуляторная батарея будет достойная съемкостью 5000 мАч. Имеется поддержка 30-ваттной быстрой зарядки, Wi-Fi 6 и NFC. Но самый главный вопрос у фанатов компании: получат ли новинки поворотную камеру, как у Zenfone 6. На данный момент официально информации нет. Будем ждать презентацию. Ну что же, ребята, как мы знаем, Asus Zenfone 6 получился очень и очень добротный смартфон. Он был, можно сказать, первобытный. Да, компания Huawei иногда выпускала такие смартфоны в таком формате. И, на мой взгляд, это было, ну, странное решение от компании Asus. Как поступят производители в данный момент с выпуском Zenfone 7, непонятно. А на мой взгляд, они должны сделать простую камеру, как у обычных смартфонов, и продажи пойдут в гору. А на мой взгляд, вот эта поворотная камера — это прошлый век. Сейчас, в 2020 году, ни один производитель не делает такой формат своего смартфона. И это хорошо, потому что привычнее старый добрый формат нам. Но все же, смартфончик будет очень интересным, тем более Asus всегда делает все лучше и лучше свои смартфоны. Они не упускают возможность сделать, можно сказать, уникальный свой смартфон. Посмотрим, что будет на день презентации. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.